будем смотреть природу. Куда это мы идем? Всем привет! С вами канал Артмани. Там маленькая островочка, не хочешь? Дима, привет! Привет! Я говорю, может, папа, до того островочка дойдем? Привет! Не хочешь с Димой пройтись? Вон до того островочка. Который дальний, что ли, самый? Ближний который. Какой нижний? Ближний вон островочек. А, ближний? Да, ну, я не знаю. Да давай прогуляемся. Что-то. Дим, не хочешь по Волге пешочку прогуляться? До острова. Хочу! О, Дима. Ну, вот надо было заодно еще и терм с горячим чаем взять. Да ну ладно, какой-то термин. Ну, какой-нибудь ходить, это, там, пикник там устроить. Наверное, когда постарше делают. Да, пикник. О, там солнышко, у нас солнечная погода. Конец января. Теплое, 15 градусов. Подожди, мы идем смотреть моржей. Красный. Чего? Это красный. Ага. Как мужик прям кашляет. Только кашля у тебя как? Нету. Подожди, не торопись. Не торопись ты так. Папа. Ты торопишься. А красиво через камеру смотрится. Два фонаря такие. Дома здесь. Ты люди знаешь, живут. Если мы пойдем гулять, там заснимешь, там такая красота. Вон до маленького островочка дойдем. И обратно. Там такая красота. Аквариум, дома. Дома здесь люди живут. Прямо рядом с Волгой. Только, как правило, не гуляют на Волге. Потому что и так рядом. Ну хватит, все сразу, как только начала снимать, все начали кашлять. Все кашляют, болтать сразу начали. Шли, вот молчал, никто ничего не говорил. Дима один болтал. Как только камеру открыл, так сразу началось. Всем надо почихать, покашлять. Ага, посморкаться, да? Да. А, еще один. Красота какая. Там вдалеке люди идут. Вот она, белая Волга. А Дима думал, что там лес, песок, пляж. А все в снегу, зима, все белое. А потом с вами пойдем здесь летом. А летом будут здесь цветочки, травка, газончик вон там. Красота будет. И зимой, и летом красиво. Сегодня солнечно, небо голубое. Сейчас как выйдет на лес, как такая красота. Да. И город. Как полярный. С того острова, очень красиво. Ну а моржи-то твои где? Вон, придут они еще. А, они вон там, а я думала, они вон там. Нет, еще не открыли. Пойдем, когда туда открыли, мы открыли. А мы успеем? Четырех нет еще. Да успеем, они придут, они потом будут. Они думают, что только в 4, что ли, будут купаться. Они в 4 откроются, а потом будут домой. А, так я думала, они приходят в 4.00. Вернее, приходят раньше и ждут, когда исполнится 4.00. В 4 откроется будка, они начнут приходить. Но они могут прийти даже не ровно в 4, а попозже. А-а-а. В 4 они не придут, потому что будка закрыта. Я думала, их ключи давно есть, они же моржи. Может, они будут плавать там, ждать да нет, в воде. Видишь, еще пока нет. Так мы можем так и не дождаться. Так что, а здесь снимаешь, что ли, Серж Морж? Да. Эти ролики. Вон его. А я думала, кто его? Мороженый, вон. Сейчас. Спустимся, подожди. А мы высоко, и высоко. А, огороженное, вот это вот рядышком, это его? Да, а это вот, который ёлки. В смысле, который он делал? Ну, это он прорубил, да. А, и там он снимает. А я думала, он где-нибудь вообще снимает это там, подальше. Да вот же оно заледенело, море твое. Лыжня вон. По морю пойдем, пешком. Не море это, а река, речка. Да, по воде пойдем. Она заледенела. Ну, там зима, она замерзла. Заледенела. Сейчас мы туда пройдемся немножечко. Потом обратно пойдем, как раз моржи придут. Какая красота. Какая красота, как в полярном. Иду, иду. Ой. Батюшки на велосипеде, я уже думала, Яндекс.Еда. Какая красота, все-таки смотрите. Посередине Волги находимся. А тут уже таяло вон следы. Видать, таяло, кто-то шел. Ночью, наверное, возвращался домой. Видишь? Ночью какая-то была.
Вот теперь была таяла, кто-то шел. Кто живет вот там же. У этого Рождественного-то. Они могут ходить. Ездить-то вот Рождественный туда дорого ведь. Туда-обратно, туда, по-моему, рублей 80, что ли, проезд стоит. Обратно тоже. Ну, и тут прям это. Вот теперь была. А там водичка чуть-чуть, Жень. Сейчас уйдем, а обратно не доедем. Не дойдем. Я не знаю, как оно тут растаяло. Мы же по дорожке идем, по тропинке. Тут чуть-чуть вот теперь почему-то была. Даже не прыгает. Все, идем. Вон там опять что-то под тайна какая-то, но в принципе. А, периодически вот что-то такое встречается. Там вот в городе слышен звук. Такой, как с завода какого-то. А в городе, кстати, не слыхать. Народ идет, на камеру снимает, фотографируется. Он там классно очень. Прям смотрите, офигенно. Заводы. А, это у нас ГРЭС. Точно, это ГРЭС. Иду. Это у нас ТЭЦ, ГРЭС. А вон там, смотри, покажи ему. Этот, как его? Подушка, что ли, как он называется? Идет на подушке. Вы знаете, я всегда не понимала, как так на подушке возможно ехать? Вот сама подушка, да, надутая там, или я не знаю, что, она же протирается. Тем более по снегу, он такой колючий периодически там. Дым от нее, что ли, так много. Как она не протирается, как она продолжает ехать? Это такой материал прям очень толстый. Ну, не знаю, ну, сила трения же, ну, каждый же протирается материал. Резина, ну, не металлическая же она там, хотя не знаю. Напишите, кто знает. Смотрите, какая красота там. Вообще. А вон там ладья, вон она. Вот она, ладья, смотрите. Вот этот новый дом построили. Людям видно и с той стороны, и с этой стороны Волгу. Прям офигенно. Тут город наш рассеивается и идет по всему побережью. Вот по берегу. А, мои ушли уже далеко. Смотрите, как здесь классно. Жалко, солнышко нет. Представляете, если бы еще было солнышко, это было бы вообще, это было бы шикарно. Было бы шикарно просто. Птицы летят, смотрите. То есть они перелетают, я думала, они не перелетают. Тяжело. Там-тамошние живут, здесь-здешние. Жень, знаешь, у меня, наверное, сейчас три мечты. Дойти как-нибудь, когда... На меня смотри. Дойти когда-нибудь туда, вот, где вот находится вот эта вот турбаза. Сделать здесь пикник. Я хочу крысу. Крысу, ну купи крысу. Сейчас. Купить? Все? Можно? У себя. Ну, только что... Как бы это... А я думал, ты это... Не, ну у себя в комнате. А то ты говорил попозже. Что-то я не могу. Ты мне вот напомнил пару дней, несколько там недель, правда, назад. Я что-то прям опять задумалась. А это смотри, здесь вот подушки проходят, да? Слушайте, а у них не сильно примятая, кстати. Я думала, мягкая. Она же тяжелая. Палочка какая-то тут пописал кто-то. Метку оставил, пометил. Собачка, наверное, пометила. Собаки, наверное, здесь тоже переходят.
Все, на земле мы. Да, мы на земле. Ладно, ну красиво. Обратно можно вот так идти, но здесь не можем снега набрать. Валенки. Как красиво. А чего наш город не видно? Как наш не город видно. Он видно, видно. Видно наш город. Ну хватит там. Вот и остров, Дим. Покажи пальцем, где наш. Здесь он, кто бывает, все отмечаются. А там другая труба, Жень, какая-то. Вы туда ходили разве? Я говорю, вот можно пройти, там такие вот домики. Там особо ничего интересного, но в принципе. Давай как-нибудь с тобой вдвоем сходим. А голубые домики где? Ой, там всякие есть, голубые, не голубые. Ты постой, отдохни немножко. Постой, отдохни. Какие? Травка там видна. Снег холодный. Тут, наверное, цветочки, Дим. Едет лыжник, сейчас тебя на тебя наедет. Привет. Привет, Клава. Дерево какое красивое дерево. Я дошел. Дошел, ты сделал это, да? Ты умница. Дим, мы это сделали, знаешь, как это в кино. Ура, мы это сделали, да? Ну вот видишь, какой остров. Ну-ка, Дима! 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 Ну-ка! Дима! Папа! Ага. Все здесь. Ну туда зачем? Тут остров, тут. Тут отдыхаю с палатками, да, пап? Наверное. Летом. Как красиво, уходить не хочется. Я бы сразу жила в деревне где-нибудь. Вышла, там снег лежит. Какой-то про нас вспоминается детство где-то. Не-не-не, не пойдем. Уже темнеет. Темнеет же это, Дим. Темнеет, мы до темноты не успеем обратно вернуться. Там вон площадь Славы видна. Мы сейчас пойдем моржей смотреть. Там сейчас моржи будут питаться. А, так мы же что, пришли-то сюда моржей смотреть. Мы сейчас вернемся и посмотрим. Вон там город прям виден. Виден город. Жизнь текет, текет. Красота какая вообще. Жалко солнышко нет, очень жалко. Я очень сильно надеялась, что будет там. Представляете, солнышко, как классно. Мы уже возвращаемся обратно. Ну, обратно, конечно, идти быстрее, мне кажется, гораздо. Всегда даже, я помню, когда плывешь, обратно плывешь. Ну, докуда там доплыл на озере, да? Обратно плывешь и уже быстрее доплываешь. Там, кстати, у нас, где солнышко, находится город. Как называется этот город-то там, где завод, я забыл опять. Рождественный. Нет, вон там город какой? Новокуйбышевск. Новокуйбышевск, вот. А я что думаю, ново, думаю. Новокуйбышевск там у нас. Да. Болтунчик. И куда ты, Жень? По дороге, ну. Ты говоришь, устал, а, Дим? Где ж ты усталость-то, ты бегаешь? Так, смотрите, куда мы пришли. Здесь у нас Серж Морж. Канал есть такой. Наберете, посмотрите. Здесь он снимает свои. Что-то, слушай, маленькая лужица прям такая. Или он его разбивает, наверное. А, ну вот он палка какая-то. Дим, нельзя туда, там лужа, там вода. Там вода. Вот здесь вот. Вон женщина купаться пошла. Пухленькая. Зачем она идет? Куда? Сейчас она будет купаться. Купаться. Туда прям? Ну да. Она прям все пила из дома, она пришла в город. Из будки. Из будки. Откажи ему, пусть он посмотрит. Вон будка стоит. Вон еще, ба, девушка тоже.